В Муравленко в очередной раз зазвучала «Таежная симфония». В этом году фестиваль объединил 23 организации. Конкурсанты не перестают удивлять горожан своим талантом и полетом творческих задумок. В этом убедилась и наш корреспондент Татьяна Бойко. Существует немало мировых хитов, которые легко узнают миллионы людей. Стоит лишь напеть несколько слов. Только что стартовала «Таежная симфония». 25 композиций, 2 часа отличной музыки. Настоящий праздник для души. На самом деле шлягеров прозвучало намного больше. Некоторые конкурсанты не смогли удержаться от соблазна и во многих номерах использовали не по одному, а по несколько хитов. Участники фестиваля не просто спели известные композиции, они подготовили целое театрализованное представление. Примечательно, что на импровизированную сцену вышли не актеры, а педагоги, воспитатели, библиотекари, преподаватели дополнительного образования. Но их игра, манера исполнения, мимика, жесты, эмоциональность не уступают профессионалам. Артистам. Смотреть на выступление – одно удовольствие. Браво! Многие бессмертные хиты, исполненные на английском языке, не нуждаются в переводе. Коллектив молодежного ресурсного центра в своем выступлении использовал песню из фильма «Титаник». Чтобы лучше вжиться в роль, максимально передать эмоции, даже изготовили маленькую копию передней части корабля. Получилось впечатляюще. Честно говоря, мы 2 дня только думали, из чего это будет, как это будет, устойчиво ли это будет, если будет ветер. То есть у нас очень много было рисков, удержится эта конструкция или нет. Но у нас отличные работники, плотники, и все у нас получилось. Хмуриться не надо, Лада. Мы желаем счастья вам, замечательный сосед, любите девушек. Эти всем известные мелодии хочется не только слушать, но и подпевать. Девушки, простых романтиков, отважных летчиков. Бурными аплодисментами муравленковцы встречают команду педагогов многопрофильного лицея и группу AC/DC. Инсталляция на известную композицию «Thunderstruck», что в переводе означает «ошеломленный, сраженный ударом молнии», действительно сразила зрителей наповал. Перебрали очень много различных рок-версий. Мы думали, что это будет Queen, возможно, это будет еще какая-то рок-группа. Но остановились на AC/DC, это такие пионеры хардкора. Вот. И мы решили инсценировать концерт 91-го года, когда эта группа впервые приехала в Москву. Совместную работу представили детская музыкальная и художественная школа. Инсталляция выполнена талантливо, артистично и не без чувства юмора. В основу сюжета лег некий спор между деятелями двух искусств. В итоге получился удивительный номер. Пожалуйста, не шумите. Я работаю. Моя работа требует тишины. Елена Анатольевна, уважаемая, наше искусство требует громкости. У меня еще Джоконда не смотрена. Джоконда? А, это Мона Лиза, что ли? Лиза. Рот нарисуй, Лиза, губы надуй. Стандарты красоты ведь поменялись, Лиза. Никто не ожидал такого вот сюрприза. Погрузиться в ностальгически прекрасное пришли многие муравленковцы. «Таежная симфония» давно стала народным фестивалем. Без него уже сложно представить празднование дня рождения города. Все. Душе перевернулось, все очень понравилось, замечательно. Такие мероприятия нам нужны, надеюсь, они будут каждый год нас радовать. А тема вообще замечательная, прям в свою юность вернулась. Больше всего впечатлила вот группа AC/DC. По-моему, они представляли лицей. Довольно-таки так красочно, ярко. И самое главное, что звучание аппаратуры вот позволило всем зрителям услышать всю эту глубину их задумки. Все очень нравится. Мы все рады, что такой праздник устроили.
И всех поздравляю с Днем нефтяника, с Днем города, желаю счастья, здоровья. Все-все очень нравится, все-все замечательные, выступают красиво. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов, новости Муравленко.